Предыдущие спортсмены стали обратно на корт. Судьи заняли свои места. Боковые судьи, Бабурич, займите свое место. Спортсмены, там, отойдите все назад. Руку подожди. Ребята, отойдите дальше от покрытия, чтобы можно было работать судьям. Увага, представителям команд. Боковые судьи, покажите, пожалуйста, решение. Вот сейчас решение, какое у нас сейчас? У 12 не оценивается, показывается вот так. Ничего не было. Вот еще раз. Вот так и вот так. Поэтому решение рефери сейчас не засчитывается. И бой продолжается со счетом 4-2. Пока что ведет желтый. По времени осталось 30 секунд поединка. Увага усіх представників команд. Рівно о 12-й годині буде офіційне відкриття змагань. Парад. Прошу усіх спортсменів за 10-12 вишикувати при вході в спортивний зал команд. Учасники повинні бути у формі корту відповідно вимог правил корту і очікування вашого виходу. За 10-12 припиняється оці сутички на спортах. Закінчився розрахунком 4-2, переміг жовтий. Іванченко і Іван. Перейшов наступне коло змагання. Зосим Олександр закінчив змагання на сьогодні. Була Олексій Херсон, усім першим місцем, привітання.